У микрофона Дальдиса это выживание компактных уродиков 74. И на вас сейчас смотрит основатель компактной династии уродиков, главный персонаж на несколько десятков серий и глава семьи, которую мы сегодня создадим. Есть большое видео, нулевая серия, в которой рассказывается сюжет, правила этого авторского челленджа. Настоятельно рекомендую посмотреть это видео, но только после того, как посмотрите эту серию, она будет очень интересной. Я надеюсь, остальные тоже. Все правила будут по ссылке в описании, но в принципе их можно не смотреть, просто наблюдать за тем, как мы играем. А вот сюжет нужно знать, если за минуту, то... Этот необычный мужчина родился и вырос в уже мертвом городе, где много лет назад наступила вечная и очень холодная зима. Семья, которая поколениями обслуживала вот эту вот большую усадьбу, не уехала в другой город, как остальные, из-за такой вот необычной внешности. То есть родители, бабушки, дедушки, штенцеля тоже были не очень красивыми. Они как-то тут научились выживать. А когда у парня никого не осталось, он уехал в большой город. Но там ему было очень сложно. Он назад вернулся ни с чем, а его дома нет. Вечная зима просто уничтожила родительский дом. Теперь Штенцель точно знает, что будет жить здесь, и только здесь, несмотря на то, что нет никаких удобств. Да что там, у него даже дома нет. Нашего главного персонажа и главу семейства зовут Штенцель Норденфлюхт. История имени, фамилии и почему мы живем в пустом мертвом городе все рассказано в том видео как видите здесь нет участков все участки а, просто замело снегом здесь снег несколько десятков лет лежит а точнее 60 а дом нашего штенцеля который был вот здесь вот а, в видео он тоже показывается Просто все ушло под снег из-за мороза, и просто все разрушилось. Единственный участок, который остался, это самая большая усадьба. Вот эту вот усадьбу обслуживала семья нашего штенцеля. По правилам наш главный персонаж Штенцель, у него черта характера одиночка. Также по сюжету книжный червь и высокие запросы. У нас 12 дней до взросления, да, он взрослый. Через 12 дней он уже будет старым, у нас никакого генеалогического древа нет, жизненная цель мозговитый чудак. И перед тем, как мы уже в этой серии будем искать жену, я бы хотела сделать некоторые важные технические нюансы. Э, Во-первых, э, по ограничению рандом управляет мной. Кто смотрел предыдущее видео, тот знает. Нам нужно сгенерировать минимальное количество детей для основателя. Мы переходим в генератор чисел, и э, для основателя нам нужно выбрать минимальное количество детей от 2 до 6. То есть, если сейчас выпадет 3, то за жизнь Штенцель должен родить, ну, его жена родить, минимум трое детей. Вот, можно больше, но не меньше. Итак, мы ставим диапазон от 2 до 6. И, боже, как же мне страшно дать 1, 2, 3, 4, 2. В предыдущем тестовом сохранении мне выпало 6. Я просто в шоке была. Отлично. Мы выбираем навык, который будем считать как хобби персонажа и постараемся его прокачать до конца жизни. А, навыков я посчитала, надеюсь, что я правильно посчитала, 46 без механики. Механику должен... Обязательно качать основатель и никто другой. Так что, ну, как бы навыков 47, но без механики 46. Мы выбираем диапазон от 1 до 46. А, и потом в игре посмотрим, какой это навык. Надеюсь, это будет не вампиризм или там траволечение какое-то. Вот, сгенерируем мы 11. Затем мы выбираем предпочтение персонажа по 2 в каждой категории. Одно, которое будет нравиться персонажу, второе не нравится. Итак, сначала мы посмотрим, какой это навык. Я выбираю с помощью командного центра э, чит-код информации и задать уровень навыков. И ищем мы одиннадцатый навык. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, гитара! Неожиданно, неожиданно. Так, запомнили, если у нас будут свободные деньги и свободное время у Штенцеля, хотя я думаю, у него будет его очень мало, мы будем заниматься гитарой, да. И теперь нам нужно выбрать предпочтение. Переходим к увлечениям. И вот, вот это вот все, что мы только что генерировали, мы будем выбирать для каждого члена семьи. А, итак, увлечение. Нам нравится 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Игра на органе. Что? 1, 22, 23. Не нравится рисование. Вообще, я видела штенцеля с другой стороны, но что выбрал генератор, тем и будем играть. Очень мне нравится играть с помощью генератора, выбирая многие вещи. Мы выбрали все, что нам нужно из предпочтений, и теперь нам нужно поставить дом. По правилам, немного измененным мной, у нас на счету должно быть именно 2600. Мы ставим вот 2 на 2 квадратик, выбираем теплота крошечный жилой дом. Видим, что здесь много-много привилегий для таких вот домиков. Естественно, нам нужно купить кровать из набора «Компактная жизнь». Я выберу вот такую вот кровать с диванчиком и книжным шкафом. Не могла я штенцеля, который имеет черту характера книжный червь, оставить без книжного шкафа вот в мертвом зимнем холодном городе. Вот, Два шкафа книжных это просто расточительство для компактной династии. Так что одно. И почему диванчик я вам буквально через минуту расскажу. Бесплатно мы можем поставить крышу. Вот. Затем я хочу стены сделать самые низкие. Кажется, в низких стенах теплее. Тем более, если на улице очень холодно. И из почтового ящика я хочу взять ящик из комареби. А, вот, вот такой вот миленький здесь есть с рожей, вот мне нравится. И у нас остается 177 миллионов на выживание, но у нас есть ограничение комендантский час, который усложняет абсолютно всю игру. Нам нужно быть внутри дома, не, не, не на участке с 23:00 до 6 утра а именно внутри дома, чтобы не замерзнуть до смерти в очень холодные ночи. А, так что для того, чтобы зайти внутрь дома, нам надо по-любому какая-то дверь. Мне приглянулась вот эта вот из Stranger Villa, такая вот не в хорошем состоянии, а, как будто штенцель правда взял эту дверь где-то из-под снега выкопал. Мне нравится. Все, теперь наш штенцель может сюда заходить ночью. И у нас остается 120 миллионов на выживание. Мы уже сейчас начнем выживать, но осталось нам выбрать свойства и испытания участка. Сначала мы сгенерируем испытание участка кубиком. Это обязательные условия. Я боюсь. 1, 2, 3, 4. Дикие лисы, жизнь без удобств и жуткий. <laughs> на самом деле меня удивляют только дикие лисы. Значит, на этом участке будут появляться дикие лисицы, разоряющие огород и таскающие кур с кроликами. <laughs> дикие лисы, мне вас жаль, так как у нас здесь ничего не будет расти, абсолютно. Никаких кур у нас не будет, <laughs> и кроликов тоже. <laughs> Извините, выходит, остается нам только подружиться с дикими лисами, чтобы они не, не умерли от голода. Здесь реально им нечего будет делать. Мы выбрали кубиком, и теперь в обязательном порядке нам нужно добавить такие испытания участка, как гремлины. Жизнь без удобств уже выпала генератором. Жуткий. Простая жизнь и сейсмически активная зона. А, иногда здесь будут чувствоваться небольшие землетрясения, скорее всего ничего в этом страшного нет. Простая жизнь, для приготовления всех блюд на этом участке требуются ингредиенты, благодаря использованию ингредиентов еда получается вкуснее, но это очень сложно. Жуткий это по непонятным причинам, этот участок очень привлекательный для призраков, и по тестам я уже поняла, что а, к нам будут приходить а, призраки мертвых горожан. Жизнь без удобств это отсутствие электричества и водоснабжения, по умолчанию нам нужно будет зарабатывать, и дремленно это все у нас будет ломаться. Вот эти вот пять испытаний обязательны, их на протяжении челленджа можно снять, то есть выполнить некоторые задания, и эти ограничения снимутся. Но пока мы живем так. И давайте сгладим вот эту вот всю обстановочку, как мы здесь будем выживать. Это реально выживание компактных уродиков. Выберем мы свойства, но, конечно же, тоже с помощью кубика. 1, 2, 3, 4. Что? Ох, отлично, одно в тему. Такое ощущение, что дети здесь учатся лучше. Ну, отлично, отлично у нас будет детей много. На самом деле, я думала, что будет больше, чем два, так как генератор не очень любит меня. Кухня шеф-повара, приготовленная на этой кухне, еда улучшает кулинарные навыки персонажей. Так недолго и звездным шеф-поваром стать. Почему я это читаю я, никогда не играла с этими свойствами, я обычно просто выбирала кубиком и играла. А здесь нужно вчитываться, так как здесь реально просто, здесь реально можно Симу умереть. И укромное жилище, да, это то, что я очень хотела по сюжету. Домашний участок с этой чертой не отпугнет разве что очень настойчивых гостей, мало, мало влияет на коммерческие участки, да, а так как здесь в принципе. Должно не ходить много людей, так как город мертвый. Все, на этом заканчивается наше подготовление. Дом поставили, черты сгенерировали, минимальное количество детей сгенерировали, навыки, предпочтения сгенерировали. Все. Теперь мы идем на охоту, только не за мужиками, как в интерактивной династии. А, у нас остается всего 120 миллионов. Так, мы уже какое-то задание выполнили, оно не было эмоциональным, а значит, что дополнительное ограничение мы тоже выполнили. Из дополнительных ограничений у нас есть ограничение ⁇ слушайте меня ⁇ в котором мы всем персонажам в семье должны исполнять по одному неэмоциональному желанию. Только что мы его выполнили, наверное, Штенцель хотел или купить книжный шкаф. И теперь я вам рассказываю, почему мы купили вместе с диванчиком. Так как кровать, оказывается, электрическая, а у нас жизнь без удобств, значит, электричества нет, мы не можем опустить эту кровать. И пока что наш Штенцель и его жена, беременная жена, будет спать по очереди вот на этой кровати, да, вот так вот по правилам оригинальной компактной династии нам нужно жениться и зачать ребенка на протяжении 24-7 часов. Но наше, наше выживание, как всегда, усложняется тем, что у нас комендантский час, и с 23.00 всем членам семьи нужно быть вот здесь вот запертыми. В это сохранение я добавила около 70 девушек. Я очень хочу, чтобы династия была вот такой вот темненькой, ну, не, не слишком темная, прям как штенцель, но темненькой. Единственный участок, куда мы можем отправиться на протяжении всего челленджа, пока у нас идет вечная и холодная зима, это на маяк. Давайте нажимаем вот эту кнопочку, кнопочку выхода с паузы. Мне очень интересно, кто нам попадется. Ох, как же это страшно! Ну давайте, давайте нажимаем. Давайте смотреть, кто здесь ходит. Значит, это Хонда Анака, это лейтенант Агнан, это из Бату. А, на самом деле, я бы не хотела здесь сидеть, так как э, у нас выпало ограничение. Кромное жилище, значит, что здесь не будет много людей ходить. А, так что лучше всего нам отправиться на маяк. Агнес Толстопятка к нам идет. Ну, не хотелось бы нам создавать семью с Агнес Толстопяткой, тем более, она пожилая. Так, давайте посмотрим, кто здесь есть, Штенцель сразу же захотел поговорить с Хондо Анако вот этим, вот, ну, во-первых, это мужчина, во-вторых, он из Бату, зачем он тебе, Штенцель? Оп, оп! первый кто-то идет, первый пошел. Сильвия, фамилию не произнесу. Приметный новичок, посмотрите, но она беленькая. Честное слово, я очень хочу династию темненьких. Я понимаю, что в темненького и светленького может родиться э, как светленький, так и темненький, но я хочу темненькую. Ты кто? Александра Миллин. Александра Миллин, она снова светленькая. Не, ну типа она не такая светлая, как вот эта вот девушка, но все равно светленькая. Я очень много загрузила симок, именно темных. Так что давайте, идите сюда. Ух ты, Эльвира Моргенштерн, опа! Но она темненькая, но на подросток. Мы с подростком замутить, увы, не сможем. Эльвира Моргенштерна. Да, Наверное, мы все-таки пойдем на маяк. Никого я здесь новенького не вижу. Ты смотри, не умри, Александра. А то что-то ты не одетая. А, также стоит заметить и уточнить, кто эти все люди, так как город у нас как бы как бы мертвый, а тут резко люди ходят. На самом деле э, власти, которые не смогли справиться с вот этими вот, э, вот с вот этим вот катаклизмом, э, назначил конкурс на 200 тысяч. Кто вот сможет привести все обратно в порядок, э, тому власти заплатят 200 тысяч. И кто здесь ходит? Ну, это по-любому ученые, которые хотят заработать 200 тысяч, и их семьи, так что другого варианта я не вижу. Красота! Нет, переоденься, пожалуйста, я же дала тебе действие. Итак, мы пришли на маяк, вот Штенцель уже сам переоделся в свою самую-самую теплую одежду. вот такой вот у нас маяк, я вот это вот здание скачала в галерее, здесь очень миленько. Во-первых, здесь можно красиво сделать предложение на фоне вот... В, на маяке на фоне маяка. Вот. Затем здесь, вот прямо здесь, можно пожениться даже. Также, возможно, о, какая-то уже девушка есть. А внутри подают горячий кофе. Также здесь можно книжечку почитать. А здесь у нас что? А, здесь какая-то установка. Можно что-то приготовить, но мы не будем готовить. И внизу у нас есть девушки, вот, с которыми мы можем замутить. Так, Мелиса Сафари. Вот какие варианты. А, Ангела Штефани. Да, кстати, нам нужно с незамужними, так что у всех нужно спросить, есть ли у них пара. Давайте мы это прям начнем делать, но я еще вот здесь вот видела девушек. Не, девушек здесь что-то нет. Есть вот Мариана Чапс, но она тоже не очень темненькая. Давайте мы сначала вот с теми познакомимся. Уже глаза разбегаются. Но я вот вижу здесь две, так что давайте мы с обеими поприветствуемся. И Ангела. Ой, ну, вежливая, неважно. Поприветствуемся. Романтика. Спросить, есть ли пара. Обязательно мы спросим. Мелиса. Красивая симочка, главное, темненькая. Остальное все поправим, да? Карие глазки, давай спроси ее. Вот. Ангела прямо вышла из-за барной стойки, посмотрела на это чудо, говорит, не, не лезь ко мне. Ангела, давайте мы тебя тоже спросим, есть ли у тебя пара. Нам срочно нужна пара, просто максимально срочно. Но это тоже, это тоже светленькая, так что, Мелиса, ты у нас пока номер один. Ангела не имеет партнера, подождите, а Мелиса? Мелису, ты спросил, у нее есть партнер? Спросить, есть ли пара, давай. Спроси, пожалуйста, Мелису, или она отвечать тебе не хочет. Ну, я понимаю, такая рожа, но... <с� Diamond Hai> да. <с distances walking> рожа, конечно, да. Мелиса не имеет партнера, запомнили. Давайте мы еще совсем немного поищем кого-нибудь. Смотрите, Адора Ad столь. Молодая, посмотрите, какая она темненькая, но такая красивая. Ну, в смысле, темненькие тоже красивые, но она молодая. Так, кто это? А, Калин Крейк, но она подросток. Адора, нам срочно нужно с тобой познакомиться. Зеленые глаза, как и у нас, веснушки, как и у нас. Ой, красота, красота. Алекса Блэк, Алекса Блэк, Ну, что-то у тебя с рожей, конечно, конкретное. Прям наш вариант. А это кто? А, Герхарда Ханон. Бог ты мой, у меня уже глаза разбегаются, и толстопятка здесь что-то рисует, я в шоке. К кого же нам выбрать, нужно подумать. Значит, есть Эмилиса Сафари, она молодая, смотрим на нее. Угу, угу. Есть... Э, я, я пока поставлю на паузу, так как, чтобы время не шло. Есть у нас Адоль Стой, а а Адора. Адора Столь, какая красавица. А, но нам уже нужно пострашнее, у нас челлендж красавица и чудовище, максимальная сложность. Кто у нас еще есть? Ну, Ангела, я не знаю, она взрослая вроде бы. Не, она молодая, Ангела. Ангела слишком красивая для нас. Кто тут еще есть? Это Алекса Блэк, вот такая вот. И есть у нас Герхарда Ханон. Ну почему столько людей? Да не, не надо мне такой большой выбор. Так, ну это давайте так. Это светленькая. Ангела светленькая. Остается Мелин, Мелиса, Алекса. Алекса светлее, чем это. Значит, Герхарда. Мелиса и вот эта вот девушка Адора. Ой, я даже не знаю. Но нам нужно, нам нужны не такие, крас... не, не такие красивые. Так что у нас остается только Мелиса или вот эта вот Герхарда. Вот, но мне нравится и Герхарда тоже. Я бы хотела на нее посмотреть. Она у нее карие глаза, а, карие глаза, белые волосы, я так вижу. Она прям темненькая. Давайте с Герхардой попробуем. Герхарда Ханон. Главное посмотреть, нет ли у тебя партнера. Это очень важно. Давайте мы спросим. Она игривая, так что, возможно, у нас все получится с первого раза. Посмотрите, какая она милая. Герхарда не имеет партнера. Отлично, отлично. А, давайте мы ее узнаем лучше, посмотрим, какие у нее черты. А, давайте мы спросим о карьере. Или мы уже дважды... Нет, спро спросим о карьере. И давайте сразу пойдем в романтику, дерзко заигрывать, пока мы уверены, почему нет. Самоуверенная она, вот так вот. Ну, красивая девушка, красивая. Да, ей понравилось, отлично. Ну, может, не стоит стоять возле вот этого вот? Тебе нравится? Давай-ка мы по предложим посмотреть на облака, слишком много всех. А вы не можете отойти, вот просто отойдите, да, а то слишком много людей заниматься романтикой как-то, как, -то, как -то не очень хочется. Ну что, ну что, посмотрите какие красивые, да. Я просто хочу, чтобы они подняли а, дружеские отношения, да. Но они красивые, красивая пара, да. Очень надеюсь, что она согласится. У нее светленькие волосы, карие глаза. Темненькая, она просто прекрасна. Еще кто-то пришел, Мака Уверстед. Но мы уже выбрали. Да, красивое имя Герхарда, просто класс. Давайте мы подарим розу, поднимайся уже. Подарим розу, пошлем воздушный поцелуй, сексапильная поза. Да, тебе нравится, отлично. Ну что, получится у вас? Получится. он просто в нее вошел. <свят> да. <свят> Она в шоке. <свят> Она в шоке. <свят> Теперь можно становиться парой, поцелуй в шею. Все, это наша на веки веков. Сколько, сколько людей приходит? Сколько приходит людей? Кто ты? Моя сафари. А, это, наверное, сестра, то есть что, сафари? Ты куда уходишь? Ты никуда не уходишь. Какое, какое красивое имя Герхарда. Кто ж тебя так назвал? А, давайте еще раз пошлем воздушный поцелуй. Нет, ты никуда не уходишь. Ты че? Никуда не уходишь абсолютно. Еще кто-то темненький идет. Все-все. Штенцер, не заглядывайся. Да, вот это поза! Вот это, конечно, да. Герхарда, ну ты и нашла себе мужика просто. Ни у кого такого нет. И... Ой, нравится, и нравится. Красивая все-таки Симочка Герхарда. Красивое имя. Я, наверное, больше на имя, на имя повелась. Фух. Так, Мариана, ты не в тему. Шарит. Пожалуйста, согласись, пожалуйста, пожалуйста. Герхарда, мы тебя не простим, если ты не согласишься. Ура, 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 ура! Ура, она согласилась! Да. Да, красота. Ну, еще нужно зачать ребенка. А, еще пожениться. Вступить в брак с Герхарда Ханом. Вот, давайте. Оп, вот, да, 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 да. Боже, как я за них счастлива просто. Штенцель нашел свою любовь всего за каких-то 10 часов. Как же я волнуюсь, чтобы она, она не ушла с этого мероприятия, да? О, как же они мило смотрятся. Ой, не могу. Очень милые. Не думала, что сюда мож могут прийти такие люди, знаете. Не знаю, насколько далеко она живет, но она пришла по нашему штенцеля. Давайте, давайте, давайте. Оба. Да. Ура. Все, кажется, шрамы будут у Герхарда. Съезжаемся. И вот здесь вот к нам подкрадывается еще одно ограничение. Звучит оно так: если к нам присоединяется жених или невеста, то они должны взять с собой еще своего одного родственника, так как неправильно создавать новую семью, разлучая уже имеющуюся. Она одна, а это значит, что к следующей серии я создам ей какого-то родственника сама. И у нас уже будет трое, а скоро и четверо, так как правильно сказать, зачнут туда ребенка. А, Все остальное мы посмотрим потом. Сейчас самое главное а, зачать ребенка. И я хочу, чтобы они это сделали, конечно же, на маяке. О, они уже там, они уже там! Не быстро! О, Штензель! Давай, давай, Герхарда! Давай, нам нужно, чтобы ты забеременела. Ну что ж, уже в следующей серии мы узнаем, беременна ли она. Присоединим еще одного родственника Герхарда. Следите за группой ВКонтакте, где публикуются опросы по интерактивной династии, новости и общения со зрителями. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем нам нужна одна тысяча подписчиков. И на этом пока что все.